Оу! Привет, народ! Всем привет! Ну что, мы поехали с Мишкой возле дома, поставим наши жерлицы, кружки. Уже будут кружки, потому что речка уже вскрылась вся. Уже открытая вода. И попробуем половить на кружки. Посмотрим, как будут сработать флажки, потому что у нас кружки с флажками. Короче, мантипуперная система. Надо проверить, будет ли она работать. Вот такая у нас уже весна, все растаяло. Буквально несколько дней назад мы здесь еще по льду ходили на вездеходах, на тест-драйве. И все, тут уже открытая вода, ребят. Есть закраины, но вода также открыта. Это хорошо, никто наши кружки не стырит. Никакие вредители. Сейчас попробуем зайти в воду. Попробуем сделать это плавно. Ничего криминального на самом деле не произошло абсолютно. Мишка меня просто напугал. Давай закроем окно. Сейчас нас зальет водой. Окно лень было закрывать, поэтому мы заехали задницей. Ну что, будем ловить рыб? Будем попробовать их поймать. Давайте начнем. Так, у нас есть. Так, ребят, испытываем крепление на бейсболке, которая у нас стоит. Ну, где-то метр от дна делай, чтобы она не цеплялась нигде ничего. Но все равно ее к берегу прибьет. Пусть лучше сверху плывет, нежели она будет это самое. На, стой, да я это. Отлей этому гусалин. Вот, кстати, можно попробовать тоже, слышишь, подсадить. На это все ловится, на. Я взял выводом до примера лески. Так. Метров на 6. 6 метров лески я вымотал. Вот, я тут дома стал на вот. Теперь я что сделать? Я возьму флажок. Возьму флажок. Вот мы сюда его каким-то не заберем. Да? Угу. Так, и что я делаю? Теперь я его беру вот с этой стороны, чтобы он не случайно не засекся вот сюда вот. Беру леску, придерживаю. Сюда его завожу вот этим вот образом. Ну и сюда же по старой схеме вот пошло. Вот, значит, я беру. Вот, все, грузка отошла от дна. И метр где-то еще поднимай. Ну и, грубо говоря, вот метр, это у нас 10 сантиметров 10, да? Угу. Значит, 5 оборотов. Одевай супер наживку. Ага, давай его восьминога насадим. Давай. Страшно. Во, точно. Ха, ребят, на восьминога сейчас будем ловить, пробуем. Блин, страшный зверь. Смотри. Нормально, нормально, он там будет трепыхаться. Вкусно. Мишка еще пожрет сейчас сам. Так, все, все. Все. Все, ребят, вот у нас кружок с флажком поплыл. Все, значит, дальше мы выматываем желательное количество лет для того, чтобы рыбы там плавали свободно полет. Ну да, чтобы она не заметила, что ее что-то держит. Да, ну, посмотри, он у тебя сейчас зацепится. И чтобы не утянуло с тобой кружок. Да. Путанка запутается. Дальше вот мы зацепили, все, леска не уйдет, никуда не денется, и наматываем в обратную сторону. Вот. Ну и леска засечки у нас при размотке будет всегда сваливаться. Вот. Еще раз покажу. Вот.
вот мы засекли, там, грубо говоря, метров 6 лески на 3-метровой глубине, да? В обратную сторону ее наматываем. При размотке она не будет у нас зацепляться. Ну вот, грубо говоря, вот глубина, да? Вот глубина, сейчас ее можно поставить в лагу. Противоположной стороны. Соответственно, берем леску сюда, цепляем на поворотчик. Все, выматываем от дна. Ну, можешь на этой показать сброс, как это. Вот, и вот мы оставляем плыть нашу ножицу уже. Вот, а сейчас поплывает. Сейчас, подожди. Вот так, да. Поплывает, значит, нам голодная щука и говорит, я хочу есть. Я хочу есть. И начинает выматывать жадно леску. Выматывает леску. Ложок срабатывает, да. И она пошла, и вот так она вот пошла у нас раскручиваться дальше. Пошла крутиться. Ложки все имеют светоотражающую ленту. Да. Зимой. То есть зимой их видно очень, и ночью, в принципе, под фонарем их всегда очень видно. Очень удобно. Ну что, ребят, вроде бы нормально на шапке камера работает. На самом деле нам лучше туда плыть, до мусора. Ну, понимаешь, да? Ну, да. На чистую воду, а этот мусор проплывет и кружки не будет забивать. Ну. Если мы вон там воткнемся, вон там в берег где-нибудь, да? Ну. Будем в жопу кружки отпускать. Они так... Оттуда прямо в центр. Лед, нам мне надо будет забираться на лед. Там нету берега. Лёд. Хотя вот здесь может быть вон трава, берег лёд, может. Может зацепимся. А, тогда мы тут делаем, она по краям везде ходит. Да, она по краям и ходит. В основном. Тут же травянка, мелкая щука. Вот такое, ребят, магнитное крепление я сделал на кепку, в которой на коп езжу. Ну, с ней же мы поедем в Астрахань, потому что там уже везде тепло. Вот такое магнитное крепление, то есть очень просто оно крепится, чпок, и все, и дома. Как, Мишка, дела у тебя? Говоришь, что все нормально у него. Че ждем? С чупариков. С чупарей, да? Чтобы они нас немножко поклевали. Ну, замечательно. Вот для таких вещей надо плавучий якорь. Чпок бросил. Тебя по ветру выставило и это самое, и спиннинг кидай на озерах или еще что-нибудь. Ой-ой-ой, гурманы у тебя какие-то прям щуки. Креветка, мидия, гурманы. Представляете, и креветку, и мидию, и этого, как его? Короче, Мишка купил банку. Мишка, сколько стоит эта банка? 130 рублей банк стоит. У нас же еще корюшка есть. Осталось у нас там 3 кружка. Вот можно на корюшку их поставить. Там 2 хвоста, 1 башка. Ну и что, на улице плюс 8, а народ катается. Посмотрите, сарачаны зажигают. Вон 2 плавают, да. Не понял, а где еще один? Сколько мы, 3 уже поставили, да? Понятно, Мишка утопил флажок один. Но это вот, опять же, испытания показывают то, что флажок должен плавать у нас. Как-никак, но должен. То есть на нее какая-то плавучая бабышка должна одеваться на флажок. Это мы решим вопрос этот. Чтобы он не тонул. Как бы для этого испытания проводятся. Ну, вообще, все эти испытания и прочее ведут нас к тому, что Мишка скоро будет запускать в серию знаменитые жерлицы, кружерлицы. Закрывай.
Отлично они плавают вообще. Ну, а где-то тут можешь где-то сбрасывать. Вон какой у нас флажок есть. Ставьте лайк, ребят. Не жопьтесь. Эта жерлица обязательно сработает со здоровой креветкой. Вечерком на коптере слетаем, проверим. А чё? Ну так, на волне стоит. Прекрасно вообще. Имеет низкий центр тяжести. За счет этого тяжело переворачивается. Она достаточно хорошо огружена в воде. Как-то же раньше доставал. Сейчас раз, дверь открывается, и меня лючих уже в саблю вращает. Кемская корюшка. Я Кемская молодость. От Сашки. Канал в поисках сокровищ викингов. Заходите, смотрите. Вот эти бы растащить, а то они два в одно место прям залезли. Ну что, ребят, вот так вот плавают наши жерлицы. А мы пойдем выходить. Спускаем давление до 40. И вперед. Ну вот мы и вышли. Вон стоят наши кружки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это мы закосячили, конечно, Миша. Надо было выйти ниже по течению. Да. Сейчас понесет все это льдина, видишь? Ну, может, она и застрянет где-то. Да, накосячили мы. Может, ее разбить? Ломиться, туда спуститься вниз? Да. Или куда-нибудь затолкать ее. Давай вот там спустимся. Где? Где? Папульки. Ломать надо их. Да, их ломать надо уже. Чтобы они мелкими льдинками прошли уже. Оторвали зря. Ах, 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 ах. Пойдем собирать. Да не, не надо, пусть стоят уже. Пусть стоят уже. Вон там притерло уже льдами. Давайте посмотрим, что получится из этого. Выберемся. Посмотрим, как у нас во льдах кружки пройдут. Ну что, они поплыли все. Вот один там затерло льдинками. Пока он не срабатывает, ничего, то есть штатно проходит. Я думаю, обойдется все. Ну что, ребят, что еще хочу сказать. Уже можно на волокушах спокойно выйти на воду с мотором и походить. Да, Мишань? Может, мы сегодня это и сделаем, чего бы и нет. Ну что, ребят, у нас вот там стоят наши кружки.
Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.